Ребята, у нас 7:40 утра. Я вот ролик сделал 55 минут. И это проснулся в 4:30 или 5 часов. Ну, короче, очень рано сейчас просыпаюсь, и мне нравится это. Сейчас чуть восстановлюсь, а то сил нету еще. После тех дней вообще мышцы все болят. После вчера. Волки уже хотят бегать, так на кошек загнать. Всех отпускать. Ой, хотите? Видите, в общем, да, кошки на улице были. Блин. Вообще, как будто так должно быть. Молодцы. У нас опять сейчас будет сильный ветер. В общем, сейчас я восстановлюсь. И третий вольер доубираем, потом кухню все перемоем, ихняя постельная собачья тоже перемоем, и все, собаки полностью в чистоте будут. И те потом вольеры, если время будет, тоже уберу, тёрхером помою. И все, и кобелей буду уже отделять от сук, чтобы я нормально их кормил, когда хотел. В принципе, только куда, скажи, вот вопрос. Но одно место там есть, второе здесь есть место. Ну, мусу, наверное, сюда, не знаю, в общем. Посмотрим. Молодцы. Сейчас, волки, потерпите. Взял мне, порвал тапочек граф, сзади наступил. Вечно он под ногами у меня шарится. Ребят, сделал вот такую подставку для GoPro. Вот так буду ставить. И снимать, что надо с собакой. Еще одну вон там подставлю. Так, сейчас просто протереть хочу, чтобы снять это. Бьет, Бамби бьет. Симба со Спайком спит. Когда я хочу таблетки дать, он всегда это делает. Типа не замечает ничего. Спайк есть. Иди сюда. Стоп, иди сюда. Спайк, иди сюда. Спайк, иди сюда. На камеру вечно какая-то хрень получается. Стой! Все. Все. Сейчас тоже чистенький валет и вы чистенький.
тьма. Кими, только не застрели. Да подождите, эти ждут, волки же ждут. Ай! Ударился. Аяврик, Луна! Аяврик, Луна, иди сюда! Аяврик! Аяврик! Эльдар, они приехали, я думал, сегодня воскресенье, выходной, они про. Аяврик, иди сюда, Луна! Лунка! Луна! Сюда иди! Лунка, домой! Пойдем, пойдем! Молодец, Аяврик, пойдем! Молодцы, молодцы! Идите домой, молодец, Лунка! Лунка! Луна! 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 Иди сюда, Лунка! Иди, моя девочка, иди, иди сюда. Иди, иди, давай, 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 иди. Иди сюда, иди, иди. Иди сюда, Луна! Иди! Давай домой, быстро! Давай, давай, давай. Уф, даже не коснулась. Метр перепрыгнула так легко. Давайте все тогда. Бамби мяукала, мяукала, мяукала. Я посутнул, говорю, подожди. Ну, столько мяукать, думаю, наверное, в туалет. Срочно. Пойдемте, пойдемте. О, хорошо, эти успели побегать. Лунка, колбок. Колбок, Луна. Давайте. У нас процесс продолжается. Я чуть передохнул, у нас 2 часа дня. Начинаем работать, включаться. Да, да, да. Ну, заливай все вокруг плит. Ну, не страшно, да, там, что там не лежит там? Пусть этот бетон, только это. Если ты будешь стены ложить, чтобы вовнутрь плит бетон зашел на 20 сантиметров. То есть это вот в эти дырки пазухи. Чтобы в эти дырки, да? Начинаем уборочку. Уже эти вкинул в стиралку. Сейчас эти. Пошел я вольер убирать отсюда. Полностью последний. Пять. Молодец, искупался. Красавчик. Пипец, как сейчас не злиться? Я тебя лечу, а ты пошел искупался, пока я отвлекся. Красавчик вообще. Красавчик вообще. Подожди, я тебя буду сейчас протирать насухо. Ну, пипец, вот отвечаю. Ворот нету, блин. Пока 3-10 убежал, нельзя. Нахрена не ходили, нет? Муса увидел Спайка, напрёгся, и Спайк аж подошел к нему, он тоже холку надыбился. Новое место. Папа, уже трясешься. Вот ты получишь у меня. Сволочь такой, я его лечу, он что сделал. Я тут убираюсь, Муса. Засел у них. Так, с каждой пары бы по одной кошке бы свали, было бы вообще замечательно. Молодец. Давай поглаживать. Классный кот. Я тут коврик подсохли. Ставлю. Думаю, еще раз приберусь. Надо линолеум сюда, ребят, линолеум уже потихонечку. Он тоже сволочь дорогой, но надо. Смотрите, сорвала крышу, упала ко мне, погнула вот забор. А всем все равно, что подумаешь. А Гоп сам построил забор. Хотя напополам должны были с этим соседом, но так и... Никто не заплатил все за свой счет. Еще сколько раз говорил, развалится, испортит крышу. Всем все равно. Вон лежит крыша, видно. Сейчас позвоню. Ох, выдавила ее. Не? Оторвала. Ёб твою. Сейчас я позвоню. Вот пусть придут делают. Охери. Киара находит, а потом у нее плохо желудок. Травится.
Блин, ну капец. Я говорю, уйди оттуда. Он специально на все наступил подушку. Посмотрите, у Кими какие лапы. Я вольеры мою, а потом что? Пойдем мыть. Спокойно моемся. Под клеткой мышка была, представляете? Симба, наверное, словил, закинул. Ребят, еще одна мышка. Откуда они их тут все ли ловят, под клетку загоняют, когда играют? Симба с питбулями живет. То вниз спускается, то наверх, то на том коврике. Ребят, я все ковры, все, веранду буду сегодня всю перемывать, кухню и тот вольер. Ветер мешает, так было бы зашибись. Уйди, мусор, уйди! Уйди, говорю! Мусор. Вот так вот пока закрою. Пусть кошельки здесь пока побудут. Так, так. Вот и все. Я начну мыть. Да. Сейчас волков отпустим. Все мыть, и лежанку кошачью, все мою. А Яврик, только не выпендривайся. Луна, ты получше у меня. А Яврик, ты тоже получше, успокойся. Подумаешь, у вас в вольере сидят. Идите гулять. Кабак, иди гуляй. Иди, Коля, колбок, иди. Чё, прикольно? Если волк тебе доверяет, это дорого стоит. Вот так он уже не будет валяться возле кого-то. Всё, что делает? Им нравится. Эй, вообще, в волосах. Луна! Луна! А ну оставь! Посмотри. Сейчас вас закрою. Не мешайте мне работать. Я не успеваю. И там убираю. И здесь, и кухню, и веранду. Все. Так, все. Я смотрю, вы нагулялись. Все. Ребят, Луна перепрыгнуть хочет опять. Прикол. Офигеть. И зачем, Луна, ты это делаешь? Офигеть. Че, не можешь? Тогда граф был мотивация. А сейчас нету мотивации. Ой, еще так залезу. Красиво можно. Сдала, слабенькая, да, стала? Бедолашка. Тогда текла. Вся была при силе. Сейчас разгон. Все. Да.
Где твой разгон? Не... Ох. Тебе... Чё ты? Офигеть, не может спокойно сидеть. Потерпи. Задолбали. Ну, давайте в задний вольер. Ну вас нахрен. А то мне еще. Пейте водичку, давайте. На шланга боятся. А я в реку на. Пей водичку, Лунка. Короче, давай, Валер. Давай, давай. Луна, давайте, не мешайте. Так, куча работы. Сегодня все надо сделать, мне все, я свободен. Все будет чисто, все в ажуре. Сосед приходил, решили завтра убирают всю крышу. Поднялся наверх, красота. С соседом у нас этим вообще всегда все. Мы понимаем друг друга. Все четко, на уважение. Так что завтра сделаю. Просто там тоже у него документы тянут. Это Шапшеронск. Уже давно он должен был снести. Не может снести за то, что никак документы не сделают. Чтобы можно было снести. Так, я думаю, коврик тут нахрен не нужен, если честно. Вот так без коврика как-то прикольно. Сейчас влажная уборка. Сейчас прикол был, она вот так сверху обняла и целовала. Круто было. Тихо, нельзя. Идите. Так, далеко не уходим. Че, по кайфу, да, вам смотрю? Слушайте, хотел сказать, да если вот так вот сетку сделать, вот, и где прыгать им есть, да? Еще здесь так загородить им, как проходик. Кстати, нифиговая тема. Че, понравилось, даже уходить? Вот тебе козявка такая, козявка. Тебе козявка, тебе такая козявка. Пойдемте. О, о, прям по росту. Пойдемте, чё вы заселись. Снежка? Вот так кошкам вольер надо делать. Кошаки не поймут, в чем дело, где что лежит. Короче, им на улице по кайфу уличный вольер сделать. Им реально нравится. Сейчас, ребят, мотоцикл буду заводить. Сейчас кошмар, ну что-то все. Снежки, да. Сейчас мы это на удивление снежки. Опа, где что лежит? Ладно, разберетесь. Лишь бы не подрались, хочу поехать в магазин на мотоцикл. Так. Что делать сегодня? Уже солнце заходит. Я думаю, ковры уже мыть.
Что-то мне лень и холодно, говорю. Я не знаю, я вообще птёшкером сегодня не мыл. Но я бы это сам. Вот это бы помыть, чтоб она... Хотя лучше тёркером завтра все вот это перемыть. Сегодня уже стрим просто сделать. Передохнуть немножко нормально. Сегодня воскресенье вообще-то. Вот я и так и запыхан. Все. А завтра все домыть. Просто хотелось бы часть сегодня сделать, чтобы завтра меньше. Ну ничего, не последний день живем. Муса, Багирка. Давай. У Кими больше живот, чем бы. Валер, Валер. Тихо, тихо. Блин, ну подождите, я ж за сигаретами собрался. Подожди. Ой, сейчас шуму будет. Так, Волков. Вот смотрите, он тут дверь открыл. Какашки убирал. Сейчас вот отвечаю, забыл. Нечаянно взгляд упал. И потом случилось, да что, да? Не дай бог. В общем, перемывать много чего надо. И веранду, и вольеры, и там солому убирать, и здесь солому убирать. Еще это вон пыль оттуда, пипец. Так, надо этот вольер закрыть, мусор убрать. В общем, работы много. Ничего, за завтра, послезавтра все добью. Главное, вот этот вольер. Ой, блин. Ну, я думаю, куда ты прыгаешь животом, офигела? Это, главное, вот этот вольер. Да, наверное... Ой, не знаю, короче. Посмотрим. Главное этот вольер сделать, остальное понятно. О, зелень начинается, ребят. Уже орешник начал потихонечку цвести нектар. Вот так, вот так, вот так. Как-то вот так. Корона какая-то. Так.
тоже не буду. Колобок убегает. Иди, мой сладкий красавчик. Надо их разгонять, колобок. Надо их разгонять. Распоясались, да? Молодец, колобыш. Че, мы разогнали их, да? Красавчик. Как он текал, когда понял, что не катит. Ой, кадр, ну, сама доброта. Газует, но по-доброму. Это максимум попку прихватить надо. Ножку. Он так одну подписчицу прихватил, просто я до сих пор не выкладывал. Это уже, наверное, полгода прошло. Ну как прихватил? Ну так, самое злобно. Так, ладно. Тут уже воду снизу. Видите, вот тут. Чё вы делаете? То есть, ну, успех, вон галоша, тапочка другая цвета. Ты пары носи, так не пойдет, во-первых. Во-вторых, что ты зачастила? Носки. А костюм где на свадьбу? А платье где твое? Косточка. Она хозяйственная, ребят, не пропадете. Собака, которая жила одна и вечно голодная, людей она боялась. Конечно, она будет вот так вот запасаться, да? Скажи, мне не понимают, нифига. Кстати, она еще глистогонки всем да. О, это еще ты все вспомнил, блин. Пойдем. Сначала глистогонку, потом проректу. Проректу купила уже. На двадцатку. Так, ладно, пойдем. Пойдем, колобок. Пойдем. А то Луна без тебя сейчас соскучился. Или рычать будет, или соскучился. Луна, тебя уже за волка не держит, ты так похудела. А волки так и есть, вот летом они вот такие дохлявые. Так, это хорошо. Так, что делать? Все, я расслабился, работать не хочу. Давай, так чтобы сходу. Вот волки вообще такие беспалевные, раз захотели, нырнули на тебя, прыгнули. Все, давка. Паш, я весь сейчас в волосах буду. Весь Луна не хвалажал. Не, Луна классная, отвечаю. Опа. Я чуть не подавился слюной. Так, прыгает, как будто я убегаю. Смотрите, она как берет захват. Знаете, неаккуратно, как будто я сейчас это, как охотница, как будто. Я ночами плохо сплю. Зато колобка боится, как огня. Меня так не боится. Да что ты хочешь? Тю! А я говорю, что ты не встрял из-за меня? Yeah.
падать, луна, падать. Падать, 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 белый снег. Из последних сил. Тает, тает, тает. Опа, с колобком завалили лунку. Колобок воспользовался, успел почти. Хочет на пасеком. Чё? У нее рот такой вот нежный, просто, знаете, аж приятно, когда она. Вот именно она прям вот. Ау! Эй, вы чё? Ну нахрена? Ну пипи, вот я дурак, я забыл. Ну нахрен. У кошаков одна лежанка. А? Луна, получишь ты у меня. Еще. А я не вижу и забыл, отпустил, поехал. Ну тут зашить хоть можно, да? Но он, честно, такой грязный, что его выкинут лучше. Я его тряс, но толку мало. Короче, я выкидываю. Пойдем купим что-нибудь другое. Фу, все. Пипец, столько было событий. Отпустил называется граф. Ай, молодцы, граф. Граф, даже уже бутылку в рот взял. Алюминиев. Короче, тут они устроили только что, пипец, что только не было. Блин, хорошо, волком дверь увидел закрыт. Молодцы! Ладно, блин, вот так не включу, и будет что-то веселое. Короче. Гуляйте, гуляйте. Туда поставил. Ай-яй-яй. Ладно, все. Забор прикольно будет, то что просвечивается, тут такой красивый вид оттуда со двора. Блин. Когда деревянный был, все равно он закрывал как-то, а тут больше будет сетки выше. А, идите сюда. Они тут меня кусают, играют. И убежал. Чего он хочет, львица-то? А ты чё, её новая львица? Я не знаю, как это так. Она чистая львица. Она меня прикусила вот только что, слегка. Больно мне. А Луна сколько кусала вообще не будет. Челюсти ваши. Люблю вас всех, мои шлётки. Ты чё, граф делает? Всех должен поцеловать. Нос и нос ещё. Ну, стой. Маска. Да, Багирочка, моя Сионти. Муса, ты как этот? Вы вообще как сиамские близнецы. Разные, но... О, сейчас чуть помокрело, вообще он суховатый. Так, у вас вода есть. Не... Кимка, граф. Давайте, блин. Все, можно закрыть. И столько снимаю, но просто прикольно. Мне нравится. Если бы еще GoPro передавал бы. Как надо все. Так, все. Вырубаемся. Опять было двери. Идите. Кажу. Все живы. А Бамби где? Опять испугалась, спряталась. А, вон. Или она там спит, или она боится, когда спайк ломится в дверь. Открой. Ребят, я тут не помыл генерально, ну помыл более-менее все коврики, все, домик вытрусил, полы протер, коврик, он тут надо мыть еще, я его просто потрусил, потому что им же где-то надо переночевать в тепле. Так, надеюсь, спать не пошел в озеро. Эй! Да ладно, я пошел. Че вы, барбосы? А Яврик, да ты уже наглеешь, Луна. Молодцы. Все, ковра. Вон там можно небольшой ковер. А, там. Ой, ты доволен, настроение хорошее. Мне это нравится, умничка. Так что завтра все будет чистенько. Веранда, вольеры ихни помыты. А волкам потом. Так.
Так, Спайк, туда не иди, пожалуйста. Стой. Здесь гулять. Блин, забор. Чтоб ниже был бетон, чтобы не засыпалось. Нельзя, ну Багира. Надо делать. Как раз сегодня дождик обещает. Пойдемте. Ай, машина, это машина. Все, пойдемте, я купаюсь сегодня, да? Пару часов есть для стрима и спать. Я в 9-10 сейчас ложусь. Зато проспаюсь ночью. Под утро рано. На вот. Все, красавчик. Красавчик. Молодец. Короче, минут 40 еще уровень. Уже по камерам смотрю, думаю, куда он. Тихо, успокоились. Ну куда он пропал? По камерам уже еле нашел. Вроде я его сюда ложил. Ну нету здесь и все. Больше никуда. Думаю, значит украсть. Наверное, украли. Думаю, ну может сюда. Раз смотрю, он здесь стоял. Вон я уже. Видимо, я его только что вытащил, чтобы пойти померить. И забыл, что вытащил. И прикол, ищу его минут 40, блин, и так и уставший, блин. Пипец просто. Пробиваем уровень. Забор чуть-чуть тут выше, там чуть ниже идет. Вот уровень плиты. Вот видите. Это для свадеб. Хорошо хоть есть. Цена растет. Короче, 5 туда ложь, 5 сюда. Так, все, всех накормил. Лекарства всем дал. Сегодня желудочки. Спайк в пять раз медленнее всех ест. Кушает. Он просто не любит сырое мясо. Курицу кушает. Все поели, всем дал лекарства. Один раз GoPro надену на голову. Посмотрите, сколько интересной суеты происходит. Офигеть просто. Красавчик кушает.